Всем привет! Вы на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике», и сейчас мы узнаем топ-5 самых покупаемых телефонов Oppo с AliExpress рейтинг. Первая модель называется Oppo Find X3 с общим рейтингом 4,9 и стоимостью 61 848 рублей. Здесь вы выбираете нужный вам комплект, цвет идет один и количество гигабайт также не изменяется, это 8 плюс 256 гигабайт. Вы получите полную комплектацию и вместе с зарядным устройством, с кабелем, с наушниками, с чехлом, в общем абсолютно все, что необходимо для использования смартфона. Приходит он уже установленный, русский язык, конечно, обязательно имеется. А также здесь достаточно мощный процессор и также отличная камера, их вернее несколько. Во-первых, две камеры на 50 мегапикселей, и это сразу, конечно же, нам дает максимально четкие, максимально яркие фотографии. Здесь также дополнительно есть огромное количество различных функций именно с камерой. Также телефон водонепроницаемый, обратите на это внимание, здесь также идет быстрая зарядка. Телефон поддерживает NFC, поддерживает 5G, беспроводная зарядка также здесь имеется, и также это очень важно. Далее, конечно же, Bluetooth, Wi-Fi, на этом мы не останавливаемся, да, 8-ядерный процессор. Что еще поддерживается здесь, кроме того, конечно же, 5G, да, но это мы уже обращали на это внимание, и мы видим, что действительно телефон классный, отличный, обновляется на базе Android 11, все устраивает, особенно очень нравится камера. Ну и дополнительные характеристики вы уже можете самостоятельно посмотреть в описании к этому видео, там вы найдете ссылочку на нужную вам модель, и там же можете заказать нужный вам смартфон. Следующая модель называется Renault 7 Pro, также отличный рейтинг 4,9, стоимость 46 247 рублей, но здесь обратите внимание, что вы можете выбрать не только цвет, но также здесь меняется и количество гигабайт, есть 8 плюс 256, есть 12 плюс 256, ну и соответственно цена здесь будет изменяться, конечно же, чем больше количество гигабайт, тем выше будет цена. Поддерживает данный телефон две сим-карты, одна из них поддерживает 5G, здесь также обратите внимание, очень хорошая камера, также есть их несколько, в том числе две камеры по 50 мегапикселей, так что качество съемки также будет приближено к профессиональному, и мы видим подтверждение из отзывов. На 100% совпадает всем описанным характеристикам. Все очень нравится, ну и просто положительные отзывы, да, все замечательно, все прекрасно. Ну и также есть, конечно же, сканер отпечатка пальцев, распознавание лица, все это у нас имеется. Третья модель называется Oppo A83 с общим рейтингом 4,8, но обратите внимание, что данная модель бывшая в употреблении. Здесь стоимость достаточно бюджетная, 6390 рублей. Вы можете выбрать здесь, опять же, разную комплектацию, да, что именно будет входить. Но здесь идет одинаковое количество памяти, то есть на 32 гигабайта. Вот как выглядит данный смартфон. Он достаточно, скажем так, стандартный, ничего в нем необычного. Имеется всего лишь одна камера здесь. Камера здесь на 13 мегапикселей, фронталка на 8 мегапикселей, работает на базе Android 7.1, 8-ядерный процессор и несъемный аккумулятор. Отзывы также практически все положительные, для такой стоимости, конечно, ничего необычного. Установлен уже Google Play. Приходит, то есть он уже установлен, и вам самим ничего делать не нужно, то есть все нормально, все стандартно, все работает.
Следующая модель называется Oppo Find X5, также с отличным рейтингом 4,9. Здесь опять же цена будет изменяться в зависимости от выбранного вами количества гигабайт, но максимальное количество гигабайт это 256. Есть также и на 128, да, это все мы говорим именно про дополнительную память. И максимальная стоимость будет 98 420 рублей без скидки. Конечно же, имеется здесь и русский язык, имеется здесь обязательно отличная камера, опять же, преимущество данной модели, потому что здесь есть опять две основных камеры на 50 мегапикселей, плюс ультраширокоугольная камера на 13 мегапикселей. Конечно же, есть и отличная фронталка на 32 мегапикселя, ну и кроме камеры, также производитель обращает наше внимание на бионический дисплей, который передает всю гамму ярких красок, и это, конечно, также огромный плюс. Плюс также здесь отличный 8-ядерный очень мощный процессор. Кстати, здесь есть также быстрая и беспроводная зарядка. Данная модель поддерживает 5G, то есть, как мы видим, также очень мощные, классные характеристики. Пользователи довольны. Единственное, что отмечают такой небольшой недостаток в том, что приходят уже установленные некоторые китайские приложения. И некоторые из них не удаляются, но это не такой большой, да, недостаток, все-таки каких-то положительных качеств у данной модели намного-намного больше. И пятая модель называется Renault 3 Pro с общим рейтингом 4,5. Стоимость здесь опять же меняется в зависимости от выбранного вами количества гигабайт. Максимальное количество гигабайт это 12 плюс 256 со стоимостью 35 219 рублей. Также вы можете выбрать различные цвета. Экран здесь идет на 6,5 дюймов. 8-ядерный процессор. Камера на 48 плюс 13 плюс 8 и плюс 2 мегапикселя. То есть 4 камеры. Плюс фронталка на 32 мегапикселя. Поддерживая также и отпечаток лица, и распознавание лица, это также большой плюс. Телефон достаточно тонкий, очень удобный для руки, с очень мощным процессором. Доставка не подводит, все приходит очень быстро. Продавец общительный, и также ставим большой плюс данной модели. Ну а я напоминаю, что познакомиться с различными характеристиками всех моделей, которые мы сегодня рассмотрели, вы можете, спустившись в описание к этому видео, там вас будут ждать ссылочки на все телефоны Oppo, которые мы сегодня рассмотрели. Это видео снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». До свидания.